Торжественный митинг начался с возложения цветов у подножия памятника воину-освободителю, который на протяжении многих лет является символом всех тех, кто погиб в боях, защищая родину от фашизма. Здесь, на гарнизонном кладбище, свое последнее пристанище нашли несколько сотен солдат. Среди них как рядовые, так и офицеры, герои Советского Союза – Петр Гаврилов, Пантелей Локтионов, Николай Макаров. Память об их подвигах, как и о подвигах сотен тысяч других участников Великого Сопротивления, сохраняется и будет сохраняться. С особым уважением и гордостью принимают участие в этих мероприятиях ветераны. Конечно, с каждым годом их становится все меньше и меньше. А потому в такие дни они – главные гости, они – главные участники, они – главная гордость каждого района, каждого города, каждой страны. Сегодня мы, может быть, не сильно такой расширенный формат, более 30 человек, но в основном это будут как раз ветераны Великой Отечественной войны. Все остальные ветераны, которые ветераны и те, кто приравнен к категории, это дети войны и там узники и так далее, все они, конечно, тоже не забыты. Все они, еще раз, мы о них, конечно, помним в течение всего времени, но в это время еще раз будет дань им и памяти, и дань уважения. Конечно, события Великой Отечественной войны еще долгие-долгие годы будут вызывать на глазах благодарных потомков слезы грусти. Однако май приходит каждый год в нашу жизнь с одним особым праздником – Днем Победы. В эти дни ветераны, узники, участники Великой Отечественной войны вспоминают, как радовались они, узнав о том, что теперь начнется новая мирная жизнь. Для меня этот день очень знаменательный. Я пережил войну, правда, воевать я не воевал, но по приказу Сталина был отозван с действующей армии и направлен в институты для того, чтобы после войны восстанавливать разрушенное хозяйство. Этот день ценен для, не только для меня, для всего народа. Незабываемый день. Таких дней... Ну, единицы. Бойцы стреляли из развалин, крушили банды палача. К народам обратился Сталин. Кто в дом вошел с мечом кровавым, тот и погибнет от меча. Как вождь сказал, так все и было. Пал обескровленный Берлин. Родная армия разбила всех, кто несли огонь и дым. Слава героям! В преддверии 9 мая администрация Ленинского района сделала по-настоящему приятный сюрприз для своих ветеранов. В качестве продолжения мероприятия они были приглашены на пограничный остров, на большую и весьма познавательную экскурсию. Для некоторых из них эта прогулка стала по-своему ностальгической. Кто-то в свое время бывал здесь, будучи военнослужащим. Кто-то вспоминал, как на этом небольшом клочке земли начиналась новая жизнь. Экскурсия получилась не только образовательной, но и музыкальной. Ветераны с удовольствием вспоминали песни военных лет, которые в их сердце, несмотря на трагические события войны, остались годами молодости. Праздник 9 мая стал давно не только общественным, но и по-настоящему семейным. Таким же он получился и для ветеранов Ленинского района. Вместо официального приема в кабинетах, встреча руководства с солдатами Великой войны состоялась в настоящих полевых условиях, где были и песни, и поздравления, и душевные разговоры.